Лере Аксеновой 16. Ответ на вопрос, куда поступать, Лера уже нашла. В рамках Дня открытых дверей она пришла в классический университет, чтобы узнать, какие экзамены ей предстоит сдавать. Я собираюсь поступать на факультет международных отношений. Сегодня пришла узнать по поводу вступительных экзаменов и оплаты. Я думаю, работать в сфере рекламы, скорее всего. В актовом зале абитуриенты и их родители. В фойе молодые люди проходят профориентационные тесты для того, чтобы окончательно определиться с выбором будущей профессии. У вуза большие надежды на приемную кампанию 2012, учитывая, что результаты последних лет назвать удачными сложно. Еще в 2009 в ПГУ хотело поступить порядка 10 тысяч абитуриентов. Спустя год их стало вдвое меньше. В 2011 количество заявлений возросло, но до прежних показателей далеко. Действительно, последние несколько лет, до 2011 года, наблюдалось сокращение приема абитуриентов на первый курс. Это связано с демографическими, демографической ситуацией в нашей стране. На фоне сокращения числа тех, кому требуется высшее образование, пермские вузы продолжают открывать новые специальности. Учебные заведения конкурируют между собой, борются за каждого абитуриента. Так, например, в этом году в ПГУ открывается новая специальность – связи с общественностью. Долгое время таких специалистов выпускал только политех. А пермская вышка начала готовить историков и политологов, что считалось прерогативой классического университета. С одной стороны, конечно, это плохо, а с другой стороны, это хорошо, потому что конкуренция заставляет искать какие-то новые формы. По мнению экспертов, краевой столицы сильная высшая школа. Три вуза города имеют особый статус – национальный университет. Это гарантирует высокое качество подготовки выпускников. Из-за демографического спада 90-х нынешние абитуриенты находятся в привилегированном положении. Им проще поступить на бюджетные места. Дмитрий Копанцев, Александр Хробостов, Сергей Пьянков. Телевизионная служба новостей.